Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемый коллектив образовательного центра, пусть Аллах Таала сделает нас всех причиной распространения добра во всем обществе. И пусть Аллах Таала наших детей, учеников этой школы, этого образовательного центра сделает полезными не только для своих семей, для своего села, но и для Дагестана и для всей России. И это все Аллах Таала дал в наши руки. От нас зависит во многом, какими будут наши подрастающие поколения. И я хочу от джамаата селения Черкей благодарить вас всех в лице, вот здесь у нас Батыхана Мухаммада нету, в его лице всех, всего коллектива этого центра, за тот вклад, который вы вносите в распространение науки, учебы, воспитания благих нравов и всего доброго, хорошего среди нашего подрастающего поколения. И от всей души желаю вам счастья, благополучия и успеха в этой работе. Во-вторых, я бы хотел еще раз благодарить вас за тот вклад, который вы вносите в подписку газеты «Ассалам». На самом деле, эта газета, когда она приходит к нам домой, приходит с знаниями, приходит с благими нравами, приходит с наставлениями. Если мы последуем, мы будем счастливы в обоих мирах. И то, что вы участвуете в этом благоугодном деле, это не только для каждого из вас, польза от этого многим людям. Потому что каждая частица этой газеты распространяется по всем областям, регионам нашей необъятной России, родине России. И поэтому очень важно то, что вы каждый год вот так коллективно все вместе участвуете, подписываетесь. Благодарю вас за это. Аллах Таала пусть благодарит. Третье, я бы хотел у вас спросить насчет доставки от течения этого года. Были ли какие-то проблемы? Были ли пропуски? Были ли то, что вот до вас эта газета не доходила? Если такое было, мы ждем от вас ответной реакции, чтобы мы были в курсе, чтобы этого изменить в лучшую сторону. Раз мы взяли на себя эту работу, мы должны его сделать добросовестно, чтобы каждый человек, каждый подписчик получал свою газету. И поэтому мы знаем, что вы очень заняты, у вас идет учеба, вас ждут ваши дети, ученики, поэтому долго вас задерживать не будем. И вот уже прошел год с прошлого нашего такой встречи, и уже наступила пора новой подписки. Хотя вы подписали бы, даже если мы бы не пришли бы, да? Мы знаем, что вы всегда это делаете, но тем не менее, хотел вам вот лично выразить благодарность и начать подписку именно с присутствием. И надеюсь, что и в этом году вы не хуже, даже лучше, чем в прошлом году это сделаете. Когда мы на организацию Мавлида вот в месяце Рабиуль-Ауал ездили в Москву, там один человек есть, Сааду Мухаммад. Они снимают квартиру в центре Москвы за то, что они снимали квартиру в Митиши, там 27 тысяч рублей они говорили снимали. Потом 2 часа, говорит, проходило в центре добираться, и 2 часа проходило с центра туда на квартиру обратно тоже ехать. Они сняли квартиру 3 семьи, одну квартиру за 90 тысяч рублей в центре Москвы. И они после утреннего намаза, после 30 минут выходили и раздавали, продавали вот эту газету до ночи. И они говорили, что вот самые, кто берет, покупает вот эти газеты, это русские женщины, пожилые женщины, чтобы метро почитать и так далее. То бывали моменты, когда вот обругали наши же, дагестанцы, когда обругали нас, говорят, плевали и так далее. Ну, что нам оставалось делать, говорят, это убрать вот этот плевок и дальше, говорят, распространять ислам. Вот так, говорит, 7-8 лет, говорит, мы продаем, говорит, эту газету. Вот так по всей России, говорит, наши братья продают, раздают и делают дават для этой газеты. Мы покупаем эту газету и также делаем дават, также распространяем ислам посредством этих людей. Поэтому, братья и сестры, нам нужно, если у нас возможность есть, не одну газету написать, 2-3. Я от себя, иншаллах рахман, 5 газет буду подписывать. И когда я подписываю эту газету, альхамдулилля, с карман денег никогда не убавлялось, только прибавлялось.